На днях вышло обновление для бета-версии Вальхейма. В обновление входит множество полезных улучшений и фиксов, а также новый контент, долгожданные пещеры, новая броня и новый лут. Сразу оговорюсь, данное обновление находится в тестовом режиме, а значит все его содержание может быть изменено. В данном видео я не буду подробно рассказывать про пещеры и новое снаряжение, так как все это заслуживает отдельного видео, которое выйдет довольно скоро. Начнем с главного контента. К горному биому были добавлены пещеры. Пещера – это отдельная локация, переход в которую напоминает переход в катакомбы, в черном лесу или в болотах. В пещерах обитают три вида противников – летучие мыши, оборотни и оборотни-шаманы. Добавлен новый лут – когти оборотня, шерсть и джут. Лут можно найти в пещерах, либо получить с только что упомянутых существ. Добавлено новое снаряжение – когти и броня оборотня. Также добавлена новая мебель – ковер и занавески из джута и новая жаровня-светильник. Кстати, все это пока не имеет официального русского перевода, поэтому названия даны мной от балды. Также был добавлен новый ивент-рейд с летучими мышами. Теперь перейдем к фиксам и улучшениям. Наконец-то добавлена функция паузы для синглплеера. Указатели теперь можно вешать без верстака. На стойку брони теперь можно вешать щиты и алебарды. В связи с приближающимся релизом консолей Steam Deck была добавлена полная поддержка для геймпадов, пофикшен интерфейс и добавлен лимит FPS, а также снижена нагрузка при работе игры в фоновом режиме. Прочие приятные улучшения. Маркер строительства теперь не такой яркий и указывает, в какую сторону повернута деталь. Временно увеличен переносимый вес после смерти, чтобы компенсировать нехватку чудо-пояса. Теперь можно крафтить предметы, укладываемые в один стек, даже если у вас полный инвентарь. И это все про основное содержание данного обновления, полный релиз которого наверняка состоится уже в ближайшее время. Однако, если вам не терпится, то вы можете получить доступ к открытой бета-версии игры. Для этого первым делом я настоятельно рекомендую сделать бэкап всех ваших сохранений, так как переход на бета-версию несет риск потерять существующие сохранения и миры. Далее, правой кнопкой мыши нажмите на Вальхейм в вашей библиотеке в Стиме и перейдите в свойства игры. Откройте вкладку с бета-тестами и введите там следующий код. Данный код я оставлю в описании и комментарии к видео, так что вы можете его просто скопировать. После введения кода в поле сверху появится опция с доступом к открытой бета-версии игры. Игра тут же обновится и к названию добавится надпись Public Test. И на этом краткий обзор обновления завершается. Подробное видео про пещеры и новые предметы выйдет чуть позже.